То, что касается взрыва, произошла трагедия, взорвались газовые баллоны, бытовой газ, ресторан «Харбин» находится на Среднеохтинском 2/17. Работали там, в это время находились только рабочие, они все выходцы с Китая, ну, видимо, и граждане Китайской Республики. 8 человек пострадавших, в том числе из них 2 тяжелых. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, а также выясняются причины, почему произошел взрыв и почему вообще находились газовые баллоны в помещении ресторана.